Две сестры бежали от войны. Свете 8, Кате 3 всего лишь. Вот еще чуть-чуть и спасены. За холмом свои, а значит воля. Но рванула мина сия смерть. Позади идущих дымно, гадко. И один осколок долетел и ударил младший под лопатку. Словно скрыть хотел преступный взгляд миллиграмм горящего металла. Ватник цел, и крови тоже нет. Только сердце биться перестало. Старшая сказала: «Хватит, Кать, ведь и мне приходится не сладко. Ручку дай, пора уже вставать. Еще час, и будет все в порядке». Но, увидев Катин взгляд пустой, Света на мгновение застыла. И котомку, выбросив с едой, на плечо сестру свою взвалила. И откуда силы в ней взялись? Но она бежала и бежала, лишь когда увидела своих. Пошатнулась и на снег упала. Подошла к детишкам медсестра, маленькую Катю осмотрела и сказала горестно: «Мертва». Света сразу в голос заревела: «Нет, не надо!» — разносился крик. «Люди, люди, разве так бывает? Старший брат Иван в бою погиб! Маму с папой немцы расстреляли! Почему так много в мире зла? Разве жизнь моей сестры игрушка?» Медсестра за плечи увела с поля 8-летнюю старушку. Ну а Катю на руки поднял пожилой солдат из 3-й роты. «Внученька», — лишь только он сказал, — «как же я тебя не уберег-то? В небесах закаты жгут костры, и ветра свои роняют вздохи, словно плачут тихо две сестры, искорки безжалостной эпохи».